Сегодня суббота. Время 18 без 3 минут. Мы на пляже Любимовка 2. Комментировать будет сложно, потому что ветер северо-западный. А сейчас будет микрофон против ветра. Речка Бельбек. Ничего не поменялось тут. Вот наш пляж. Хотел рыбаков поснимать, но рыбаков никого нет. Ну ладно, сейчас я вам покажу, что было утром. Наши ребята ездили на озеро и там рыбачили. Ну а весь улов привели к нам озеро, сердце Бельбека. Ну вот, вкратце я показал, что у нас творится. Ветер очень теплый, вода очень мутная. Волна северо-западного направления идет. Так что вот такая обстановочка. Ну тепло, хорошо. У нас здесь все без изменений. Так, переходим к нашей рыбалке утренней. Забросил рыбак первый раз. Вытащил карася. Забросил другой раз. Вытащил карася. Забросил третий раз. Вытащил карася. Еще забросил. Клюет. Потянул. И понял, что это не золотая рыбка. Приехали 2 сентября на Вир половить карасей для нашего пруда. Люди, смотрите, что творится. А тут водятся, ну, не крокодилы, честно говоря, а черепахи. Где? О, да здоровая уже, увидите, на манку клюет черепаха. Вот. Да, блядь, опять придется обрывать. Не рвайся. Не рви пока, сейчас за голову высунем ее, погоди. Да она не за голову. Но... Вот такая песня творится. Сейчас будем мы ее экзекуцию. Надо палку взять и лапы ей вытянуть. Я у Кюрдемира когда-то. Сейчас. Посмотри на меня, Витя. О, вот это да. Вот это крокодилы водятся. Давай отсоединяем. Ой, большая есть даже, смотри. Ну, хорошо. Давайте туда он. Сразу под куртку для рыбы, да? Во. Давай. Так. Идем вниз. Так. Живи, рыбка. Потихонечку пускай ее туда. О, ой, красавица. Хорошие рыбки есть. Две так вообще хорошие. Сейчас они пойдут общаться с теми. Разберут. Договариваться. Они разберутся, они найдут себе место. Да. Договариваться, где чья территория. Ага. Он пошел туда. А, он, я вижу, один возле меня. Возле меня один, он пошел вдоль берега. Да, он еще в ведре после поймали, вот такой чаморошный еще. Немножко отойдет. Да, сейчас придет. Вон он стоит. Вы в прошлый раз, когда большую привезли, полчаса без воды был, ничего. Думал, он погибнет. Он стоял вот так вот здесь. Да. Нет, нормально. Потом оживал. Я вот там видел, когда кормился. Кусок хлеба туда бросили, да? Подошел, так это хам этот хлеб. Нормально. Ну и что об этом говорить? Люди бессовестные. Посадили здесь мы, ну не мы, а люди посадили. Юку посадили. И вон уже, видите, ветками закидано все. Наплевать им всем. На эту юку, на все остальное. Им нужно мусор выкинуть, они выкидывают. Вот такое отношение у нас ко всему в гарнизоне. Потому что это не свое. На своем участке не будет чистота. 6 июля. Все больше и больше. Тротуару ходить некогда будет. Ну, как у нас говорят, брось спичку, все загорится. Уважаемый товарищ глава Нахимовского муниципального объединения, товарищ Лазарев. Я понимаю, что это висит на вашей шее. У вас денег нет, вы подаете заявку. Подайте заявку, пожалуйста. У нас сегодня праздник. 2 сентября у нас здесь пусто, все убрано. Ну, сейчас осталось подмести только.
наконец-таки все это убрали. Вот здесь вот наши товарищи сажали юку. Конечно, юка это вся уже в негодном состоянии, потому что была захламлена мусором. Но живая еще пока, живая. Осталось вымести, навести порядочек. Как у нас говорят, не прошло и 3 года. Спасибо, товарищи. Давайте больше не сорить здесь, а? Давайте поддерживать порядок. Непонятно, что за беда. Кто-то наехал, наверное, на дерево. И вот так оно лежит. На проводах. Емкости новые установлены. Тут, я не знаю, все ли подключено. Видно, что тут уже делалось, не до конца доделалось. Ага, там шланг не подсоединен, еще кусок лежит. Тут что-то лежит недоделанное. Саму не закапываю, еще до конца не доделано. Ну, ждем, когда доделают. Закопают. У нас же 10 числа уже концерт будет. Вот на этой сцене. И все, наша мечта была кабель кинуть. Вот. Кабель кинуть вот от этого. Через верхний столб, сюда вот на столб и туда провести. И чтобы здесь была розетка для этих вот концертных мероприятий всех. И здесь вверху поставить, так сказать, прожекторного типа фонари, чтобы в вечернее время подсвечивало сцену. Чтобы можно было в любое время проводить концерт. Вот такие дела. Ладно. На этом мы заканчиваем наш обзор.